Почти целый месяц без взрослых. Делай, что хочешь. Вот оно, счастье. Ну что, друзья, вас приветствует самый невезучий игрок в мире, потому что сегодня уже 10-й день подарков. И знаете, в чем прикол? На моем основном аккаунте, ребят, я уже 10 дней не могу поймать тот самый джекпот, который вы постоянно ловите. 300 каких-то, ребята, кредитов. 5000 очков силы. Я не знаю, где вы их берете, как они вам падают. Это просто что-то невероятное, но я уверен, что сегодня на 10-й день, прям понимаете, это юбилейный день. Во-первых, будет подарочек в магазине. Какой, я еще не знаю, потому что я туда не заходил. А еще я очень-очень-очень-очень надеюсь, что, ребят, мне наконец-то сегодня выпадет джекпот, ребят. Чтобы у всех вообще вас выпадали джекпоты, чтобы у всех вас был самый фоловый аккаунт со всеми бравлерами максимально прокачан, нужно поставить лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны, а еще важно, ребята, важно зайти в магазин и ввести код автора Робзи. А если водили, проверьте, введен ли он у вас. В общем, ребят, я сейчас захожу в магазин и давайте барабанная дробь и... Вы чё, серьезно? Ребята, подарок дня 5 кредитов! Вы чё, издеваетесь? Каких нафиг 5 кредитов? Так еще и у нас... 5 кредитов. Мне кажется, ни у кого в мире не выпадал такой подарок. Я единственный, кому выпало 5 кредитов. Мне падало 10 кредитов. Мне падало там 50 кредитов. Но 5 кредитов! Реально, я самый везучий человек в мире. Такого никто не видел. Так еще и подарок на 10-й день, ребят. Это цветная какашка. Это цветная какашка с вишенкой, ребята. Мне просто подложили какашечку сегодня, разработчики. Вы что, издеваетесь? Но так, все, у меня просто больше нет терпения. Я сейчас вот делаю вот так, проверяю, ведет ли куда-то Робзи. Я сейчас хочу купить себе темный ворон меха, ребята. Я должен себя как-то порадовать. У меня этого скина до сих пор не было, представляете? У меня огромное количество звезды. Ух ты, я еще пол. Еще и здесь оказывается пинчик. Подожди, а если я куплю себе светлый бомеха, то есть я получаю и здесь пинчик? А когда, с каких пор это вели, ребят? Вы серьезно? Ладно, я получил себе 2 скина. Ребята, я выбил сегодня 2 скина! Нет, я не выбил себе 2 скина, ребят. Так, что у нас за квесты? Сейчас, подожди. Новенькие квесты. Выиграй бой, победи врага. Смотри, ребята, в брубольчике у нас квестик, у нас захват кристалл имба. Так, смотрите, у нас есть честер не прокачанный. Я сейчас иду на пути. На пути под названием, ребята, 40 тысяч кубков на основном аккаунте Робзи возвращается. Да, у меня, конечно, было и больше. То есть, видите, у меня награды... Эй, а сколько у меня кубков вообще было на этом аккаунте? Подожди, а почему у меня награды собраны или что? Я не понял. Где мое максимальное количество? Сколько у меня было кубков? Вот, у меня максимально было кубков 4600. То есть, подождите, если я прокачаю себе кубки выше, чем вот у меня было, я смогу получать еще, смотрите, золотишко, кредиты. Вот это по кайфу. Нет, на самом деле, ящики было лучше, ребята. Если вы согласны, ребят, что ящики было лучше, обязательно ставьте лайки. Так, куда можно сходить за честера, прям жестко наимбить? Так, ну, кстати, вот неплохая карта. Давайте посмотрим, как я сейчас справлюсь, ребята. Вы будете в шоке. Вы будете просто плакать от радости, насколько круто и офигенно я справлюсь с этим, режимом. Итак, вы готовы? Вы готовы, ребят? Смотри, поехали. Я на честере, залетаю сразу. Тактика галактика. Эта тактика не контрится никогда никем. Мы делаем 2 выстрела. Опять прячемся. Надо было их просто раньше сделать. Ну да ладно. Пожалуйста, Отис, удали игру! Удали Бравл Старс, я тебя умоляю! Я не знаю. Вы этого, кстати, не видели. Нет. Вы этого не видели, ребят. Это была разминка. Я просто 15 минут не играл Бравл Старс, мне нужна была разминка, ребят. Да, на самом деле, я не знаю, что это был за Отис. Он просто бегал, ничего не делал.
А игроки сегодня найдутся? Неужели я играю на таких высоких кубках, что мне игроки не могут найтись? Пожалуйста, давайте мне нормальных команд. Во! И смотрите, у меня кто? У меня кто? У меня Морфи. Ребят, кто любит Мортиса, напишите, пожалуйста, мне. Я не... О, смотри, подожди. Я не увидел. Я бью, мы разбежались просто мимо. Все, а Мортис сдох, получается, да? А как же это не... А как же так случилось, что Мортис умер? Так, она будет проверять эту... Она не проверяет, смотри. Смотри, оп. А как я не попал? Как я Гауса не добил? Алло, вы Честера пофиксили? А что моя команда делает? А где Мортис? А, вот Мортис. Я забыл. Мортис, это же наш Мортис в команде. Ребят, я забыл. У нас один АФК стоит, а второй Мортис. Ну, просто здесь эти все ска... Он просто, смотрите, стоит. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Так. Я не попал в него. А где он делает? А Мортис, может, ты нападешь? Давай. Да не, но это не выигрывается. Я, конечно, добил его, но у нас просто вторая катка. Я вас не добил, что не серьезно. Смотри, что делает эта Бель? Да ничего не делает. Просто ничего не делает. Так, нужно сносить вот эту штуку, потому что мне же будет просвечивать. Так, что мы делаем? Мортис, смотри. Смотри, что делает. Смотри, Мортис... Да пошли вы на... Да отстань от меня. Смотри, что делает. Опа. Невероятно. Колоссальное количество урона. Так, смотри, я спрятал. А кто гема там? А как вы так отобрали гема? Так, с этими разобрался. Извини, брат. Извини, дружище. У кого гемы? Мортис, иди спаси нашего... И за ним гоняется чувак и хочет отобрать гемы. Смотри. Он идет к нам. Уйди. Белль, извини, пожалуйста. Ты нормально... Ну, короче, они подобрали гемы. Есть, если звездный игрок, плюс кубасики. И я выиграл бой, ребята. Я должен делать квесты, понимаете? Что бы ни случилось, я должен делать квесты. Так, сыграть снова. Во, Брубол. 24 раза победить. Вообще, короче, сейчас мы с вами ящики не забираем. Не забираем. Почему? Боже, какие ящики? Мечи не забираем. Мы просто набиваем фраги, ребята. Я сейчас на честере набью столько фрагов. Я за один раунд... А можно за один раунд набить 24 кила? Кто-то из вас хотя бы сделал за один заход сразу 24 кила. Так, посмотрим. Сразу прячемся. И меня пытаются пробивать, ребята. Так, а как получилось так, что меня Честер только что убил? Я сейчас не понял. Он потратил сразу атаку. То есть выходишь, тратишь сразу одну атаку, потом две атаки, а потом встречаешь, делаешь тройную, и потом бобо делаешь, да? Подожди, а у меня атака тратится, когда я... Так, подожди. Дружище. Это нечестно. Это было вообще нечестно. Ой-ой-ой, там Карлуша по троим сразу попал. Это было очень нечестно, когда тебя вот так бьют, понимаешь? Вот почему это нечестно. Так, потрать. Да ты кумаришь меня. Зачем мне этот мет? Да дайте выйти, вы что издеваетесь? Я не могу выйти. Алло, Нет, это гол. Это гол. Бас, долбанный, грёбаный бас. Я выхожу. Это хейтер, ребята. Это бас хейтер. Это реально бас хейтер. Так, дружище, это вот тебе. Да тебе. Я пошел. А можно база хейтера мы сейчас с вами... А как он выжил? Как он живой был? Подожди, а вы его не убили? Он все это время стоял в кустах? Так, подожди, мне нужно база хейтера убить. Бас хейтер. Так, уходим. Да ты издеваешься. Да ты издеваешься? Да пошел нафиг, слышишь, бас хейтер, ты задолбал, я вообще ничего не смог сделать. Он три раза закатку использовал ульту, и угадайте, в кого он три раза эту ульту использовал, а? Он никого больше не ставил, кроме как меня. Это какого фига? Это как это работает? Это зачем это так работает? Давайте, можно Лолу? Подожди, пацаны. Тихо. Хорошо. Добить Лолу. Красиво. Во, нормальная команда. Собрались, ребята. Все отлично, все хорошо. Так, Лола там что-то пытается, а мы можем просто по меду пойти. Смотри, Все, да блин, не получилось немножко. Он взял, выбил. Немножко не срослось. Надо было в мяч немножечко выбить. Но, короче, там гол.
Там и ребята, значит, забивают гол, просто зайти и все, мы победили. Я же говорю, вот, вот, вот нормальная тима. Вот нормально, я набил киллов, выиграть бой нужно, набить кильчиков. Ребят, в общем, я должен фармить Честера выше. Я хочу себе апнуть 40 тысяч кубков. Это новая рубрика. Проект называется 40 тысяч кубков. Набей за 2 недели. Не, шучу, ребят, никакого проекта. Кроме проекта Star. Проект Star выходит вечером. Я буду стараться пока что каждый день выпускать. Ой-ой-ой, против меня Бастер. Против меня Метатель. Вот это, конечно, будет сейчас, вот это будет сейчас очень неприятно. Очень неприятно. Так, 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 так. Да блин, я не понимаю. Я не добью. А зачем вы берете Эльприма? Вообще Эльприма. Кто-то еще играет Эльприма. И он идет. И он идет. Он взял мяч и идет. Он сейчас, смотрите, в левый верхний угол. Эльприма сейчас умрет. А, нет, он просто стоит в кустах. Ну ладно. Ну ладно. Ну в любом случае он умер. Да. Как бы я все равно тут наванговал. Да, вот я ничего не могу сделать. А Эльприма теперь на базе стоит. Смотри, 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 смотри. Да ты серьезно? Ай, минус Эльприма. Смотрите, верхний левый угол. Эльприма умрет. Чекаете? Видите? Ну я тоже, конечно, тут умру. Так, подожди, стан прошел. Отлично, отлично, хорошо, хорошо. Станчик прошел. Прям шикарно. Прям шикарно. Так, давай, 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 давай. Ребята, забили. Молодцы! Молодцы! Ма! Так, подожди, у меня есть ульта. У меня есть бомбелла. Бомбелла. А что мы делаем? Мы делаем вот такую бомбеллу. Бум! Я в кого-то попал вообще там или нет? Так, Эльприма. 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 Да блин, не получилось. Не получилось. Не получилось. Пшик не прошел, меня сейчас вынесут. Так, сквик, братиш, давай, накидывай, накидывай. Накидывай, хорошо. Минус один, минус два, минус три. Эльприма, давай, с ульты врывается. Фасибук! У меня сквик с ником Фасибук. Фасибук убил Фернандо. А Фернандо убивает. Ребят, ну выиграли в любом случае. Даже вот такой команда, ребята, смогли выиграть. Красиво, 3 боя выиграл. Забираем награды. А награды, ребята, нужны. Награды нужно всегда забирать. Смотри, одной не хватило. Одной не хватило. Вот эти штуки мне очень нужны. Я хочу наконец-то апнуть себе. Какая там у меня слава сейчас будет? Всемирная слава. Да, я знаю, что многие некоторые или кто-то вообще рассказывали, короче, взяли там багом за ее зали. Но, ребят, у меня бага не было, у меня не сработало, поэтому мы славу будем апать именно вот так. Кстати, подожди, там же славу можно будет за хромок и... Да! То есть я сейчас нажму, я получу... Не-не-не-не-не-не. Хромокредитки я тратить пока не буду, ребят. Не дождетесь, ребята. У нас будут квесты. Мы продолжаем делать квесты за разных бравлеров. Я пойду сейчас делать эти квесты, ребят. Скоро Новый год. Вот, серьезно, понимаете, что после Нового года, там, 2 января, выходит новый Бравл Пасс. И нужно делать квесты. Кстати, с наступающим. Всех люблю. Скоро каникулы. Вы самые лучшие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на колокольчики. Всем пока.